Конечно же, в этой картиночке преобладает розовый. С него и начал. Другой важный цвет. Изумрудный, черный. Мы получаем довольно мощное, темное решение зелени. Программа нам дала подсказку, упростила пятно зелени. И мы не мучаясь, просто повторяем пятна. Как сейчас и модно стало писать. Кувшинчик у нас будет стеклянный, наполнен этими отблесками зелени и цветков. Так, и теперь нам нужно набрать красивое пятно задника. Там у нас сиреневое пятно. Мы, конечно, можем начать с него вполне. Вы видите, я позволяю краске перемешиваться. Появилась некоторая гамма из практически двух цветов. Розового и... Но тем не менее уже неплохо. Добавим теплой зелени. Стараюсь не выйти из этой гаммы. То есть все тоже зеленые, розовые, но плюс охрочка. Охрочка, как всегда, уместный благородный оттенок. Художники даже шутят. Ну, преподаватели в институтах. Не знаешь, что положить, клади охру. Thank you.
сознательно мутность эту поддерживаю. Разбел изумрудный, дает холодный оттенок, мы его тоже видим. Обобщенность некоторую возвращаю. Так, ну как-то так. Как-то так. Thank you.
Все, друзья, ну вот такое. Постарался убрать лишнюю вырисованность. Вот увлекся, извините. Чего вам не советую. Пожалуйста.